Я хочу все-таки подробнее остановиться именно на этом лоте. Посмотрите, пожалуйста, хорошенько на нее, внимательно. Здесь такое насыщенное плетение, что, безусловно, в него нужно вглядываться. Итак, это цепь тройной ромб, и она стоит всего лишь 1499 рублей. Точнее, вы видите этот предлог-код, связан это с тем, что по доброй золотой традиции шоп-н-шоу у нас для вас есть варианты длины. Обратите внимание, от 50 до 60 сантиметров, то есть вы можете выбрать 50, 55 или 60 сантиметров. Уже на самую короткую 50-сантиметровую уйдет скидка. Абсолютно универсальное украшение, отлично будет смотреться на мужской груди и на изящной женской шее, поэтому вы смело можете заказать себе и мужу, себе, допустим, и сыну, либо своей дочке. Безусловно, наша женской груди она будет казаться толще, более объемной, а мужчине будет в самую пору. Вот, пожалуйста, кстати, наша изящная модель Ксения вам демонстрирует эту цепочку. Я демонстрирую вам застежку, хочу сейчас по максимуму все показать в этой цепи, рассказать о ней, иначе, мне кажется, их скоро вообще не останется. Итак, классический замочек здесь, карабин, надежнейший замочек, идеально вписанный по ширине в плетение цепочки. Кстати, давайте не будем откладывать это в долгий ящик и измерим ее ширину. Посмотрите. Смотрите, пожалуйста, сейчас мы с вами определимся, какова же ширина звеньев у этой цепи. Внимание! Ну, здесь у нас порядка 4 миллиметров. Вот это да! Идеальная ширина, поэтому она подходит и мужчине, и женщине. Милые дамы, если вы давно искали колье, я вам настоятельно рекомендую приобрести сразу 3 варианта длины. Когда вы примерите их, вы поймете, что никакое дорогущее колье вам не нужно, ну, по крайней мере, в золоте. Поэтому вы можете смело сейчас заказать эту цепь и носить ее вот таким вот каскадом. Хотя, посмотрите, вот даже в единичном своем исполнении, когда она как одна нить у нас выглядит, она смотрится очень достойно благодаря своему сочному плетению. Чтобы понимать, каким образом каждая длина сидит, посмотрите внимательно на нашу картинку, на фотографию. Еще раз подскажу, у нас есть для вас варианты 50, 55 и 60 сантиметров. Посмотрите, на каком уровне они находятся, и подумайте, у вас в основном цепочки какой длины. Подберите цепочку той длины, которой у вас нет, либо которая находится в меньшинстве, для того, чтобы вы могли носить цепи и кулоны с абсолютно разными вырезами, воротничками и декольте. Разнообразьте свой ювелирный гардероб, чтобы он превращался в настоящий ювелирный арсенал, и им вы могли покорить любого мужчину, но в первую очередь, конечно же, своего возлюбленного. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас внимание обратили на то, что эта цепочка, кстати, самостоятельно выглядит очень нарядно, даже без подвески. Но я вам ее уже демонстрировала с крестом православным, но вы также можете ее носить с любым светским украшением, с любым светским кулоном, настолько она универсальна. И еще раз посмотрите, смело заказывайте ее и себе, допустим, длиной 50 сантиметров, и своему супругу, например, длиной 60 сантиметров. 55-сантиметровую приобретите своему сыну или дочке, если она любит тяжелые массивные кулоны, чтобы они пониже находились, подальше от шеи. Так будет смотреться эстетичнее и симпатичнее. Серебро 925 пробы здесь в основе, и оно позолочено. Но согласитесь, цепь выглядит абсолютно точно как золотая. Я лично, когда ее увидела, я сначала, конечно же, посмотрела на паспорт, чтобы убедиться, потому что она выглядит идеально. А здесь у нас метод гальванопластики. Это данный метод покрытия, и оно, такое покрытие очень долговечное, поэтому вы можете быть уверены, что цепочка всегда будет выглядеть как золотая, и вас никто даже не спросит, золото по золоту, ну, такие мысли в голову не приходят. И, безусловно, я вам рекомендую на нашем сайте поискать, подобрать подвески, выбирайте себе изысканные подвески с жемчугом, с кошачьим глазом. И всегда наш сайт для вас доступен, ведь это шопинг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так, а мне подсказывают из колл-центра, что вы заказываете по 3 цепи сразу же в один заказ. Очень надеюсь, что мы не будем вынуждены ввести ограничения, но, увы, такое бывает, такое случается, когда очень активно идут заказы. Продюсер вводит ограничения, допустим, не более 5, а то и 3 цепей в одни руки. Надеюсь, что этого не случится. В любом случае, успейте опередить это ограничение и заказать столько цепей, сколько вам нужно и нужно вашим родным и близким. Вы только подумайте, ведь это подарок на будущее, на абсолютно любой случай жизни, как мужчине, так и женщине. Вы можете преподнести хорошему знакомому на юбилей такую цепь. Вы можете подарить своей кузине, своей сестре вместе с подвеской, которую найдете у нас на сайте.
кстати, абсолютно универсальное украшение. И я, конечно же, в восторге именно от тройного ромба, от этого насыщенного густого плетения, которое позволяет цепочке даже самостоятельно, без подвески, выглядеть нарядно. Записывайте не только название этой цепи «Тройной ромб», но и обязательно запишите артикул 126411. Эти цифры очень важны, называйте их нашим операторам и добавляйте, что эту цепь вы только что видели у нас в эфире и очень хотите успеть забрать ее из эфира по такой цене. Стартовая цена 1499 рублей за 50-сантиметровую, а мне подсказывают, что 60-сантиметровых крайне мало. Если вам необходима именно эта длина, длинная цепь действительно для тяжелых массивных подвесок, либо для того, чтобы носить три цепочки сразу, чтобы был у вас каскад, такое колье, успейте заказать эту длину 60 сантиметров. Успейте забрать ее из эфира по этой доступной цене. Кстати, я особенно рада тому, что вот именно тройное плетение мы вам предлагаем, такое насыщенное, и я рада, что вы оценили красоту этой цепочки. Вот она, алмазная обработка граней, которая позволяет этой цепи гореть, ослепительно гореть. Ну кто скажет, что это не золото? Поверьте, никому даже в голову не придет мысль спросить, серебро или позолото. У вас, кстати, наверняка есть знакомая, которая постоянно ходит в золоте. Все у нее золотое, цепи, браслеты, кольца, серьги, подвески, а вы не задумывались никогда, что это могут быть позолоченные вещи, просто настолько качественно выполненные, что даже не возникает мысли о том, что это серебро в позолоте. Именно такое же впечатление у вас возникнет и от этой цепи. Тем более, когда она будет так блистать и гореть на вашей груди. Еще раз хочу вам продемонстрировать именно это потрясающее плотное плетение. Посмотрите, насколько оно, во-первых, прочное. Безусловно, такая густота плетения делает цепь более прочной. Во-вторых, посмотрите, цепочка будет двигаться. Сейчас я вам это продемонстрирую. Двигаться на вашем теле. То есть она будет либо растягиваться во всю свою, натягиваться, скажем, во все свое плетение, либо наоборот собираться. Вот я люблю именно такие двойные, тройные, тем более плетения, за то, что они оживают на вашем теле и играют всеми своими гранями. Посмотрите, она не будет вот так вот вытянуто лежать, как, допустим, плетение одинарное, она будет переливаться всеми возможными гранями. И даже будет казаться, что меняется ее рисунок, ее узор, именно из-за того, что плетение тройное максимально подвижное. Так что успейте забрать из эфира себе, мужу, своим детям в качестве презента, закажите на будущее, даже если вы пока что еще не решили, кому точно вы подарите эту цепь. Определитесь с длиной и закажите, как говорится, про запас, потому что такие ювелирные изделия не пропадают, и это будет особенный презент. Презент все-таки в виде ювелирного изделия. Согласитесь, милая женщина, мы всегда мечтаем о таком подарке, но более того, я уверена, мужчина тоже будет в восторге. Абсолютно универсальная цепь для мужчин, для женщин любого возраста, которая сочетается и с религиозными подвесками, и со светскими кулонами, и отлично смотрится самостоятельно. Итак, эта цепь тройной ромб, обязательно записывайте код, я вам его с удовольствием озвучу. Итак, внимание, 126-411, 126-411. Называйте эти цифры, цепь тройной ромб, и говорите, что видели в эфире и жаждете забрать из эфира по доступной цене.